Меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube. Сегодня хочу поделиться своим мнением, своим отзывом о фильме «Сахар» австралийского производства. Многие мне рассказывали про этот фильм, и все почему-то предостерегали, что «Ой, не смотри этот фильм, потому что ты сразу перестанешь есть сахар, и вообще фу-фу-фу, там какие-то гадости рассказывают». Но я думаю, так, у меня проблемы с сахаром, наверное, мне этот фильм поможет. И, в общем, я вчера его посмотрела и рассказываю о чем. Этот фильм о том, как парень, австралиец, решил провести на себе эксперимент и, собственно, употреблять по 40 ложек сахара в день. И потреблять их, за счет продуктов, которые условно считаются людьми, ну, здоровыми. То есть это какие-то молочные продукты с низким содержанием жира, но при этом, чтобы они были вкусные, в них добавляется много углеводов. Это как раз простой сахар, простые углеводы, фрукты и так далее и тому подобное. Это готовые сухие завтраки, потом это какая-то там какие-то соки, это даже не газировка, он не пил газированные сладкие напитки типа кока-кола, он пил соки, которые вроде как нам пропагандируют, что это здорово и полезно, ну и всякую такую пищу, которую мы условно, много фруктов он ел, соки свежевыжатые делал и все это пересчитывал на чайные ложки сахара. При всем при этом он делал эксперимент на себе, ему было интересно узнать, как меняется его тело. И вот в течение 2 месяцев его эксперимента он регулярно там посещал эндокринолога, специалиста по крови, доктора общего профиля, делал фотографии целую кучу, и вот, значит, мы смотрели, как изменяется его жизнь. И если до этого он питался, ну, действительно правильной пищей, то во время его эксперимента с условно здоровой пищей, которую нам пропагандируют и которую продают в супермаркетах, что с ним стало происходить? Самое интересное, что, во-первых, у него стали перепады настроения, и это, ну, вполне объяснимый факт, это из-за того, что ты употребляешь сахаросодержащие продукты, у тебя сначала скачет инсулин, то есть углеводы поступают быстро в кровь. Чтобы организму с ними справиться, переварить, он выделяет очень много гормона инсулина. Он скачет, из-за этого уровень сахара в крови резко понижается, он понижается ниже нормы, и человек чувствует себя усталым, вялым. Именно поэтому, когда мы, например, поедим сладкое, сначала у нас всплеск энергии, а потом какая-то вялость. И хочется дозагрузиться еще сладким, чтобы вот восполнить эту энергию. Но вот эти вот скачки, они будут всегда. Если у вас как бы ровное состояние там условного счастья примерно здесь, то скачки, когда потребляешь сахар, оно скачет, потом падает ниже, потом ты потребляешь еще, оно скачет, падает ниже. Так вот, если не употреблять еще, оно постепенно выровняется до состояния нормы, и все будет хорошо. Но вот хочется дозагрузиться, это получается такая, скажем, зависимость. Вот. И парень, значит, он там ездил и по Австралии, общался с разными людьми, разные мнения слушал, и показывает его в своем видео, показывают, что там происходит с его организмом. Потом он уехал в Штаты. Там было в одном из штатов, где люди употребляют прям каждый день очень много Mountain Dew, и там употребляют дети. Дети прям совсем маленького возраста, то есть там 3-летние дети в том числе, пьют этот Mountain Dew и показывают там парня, который выпивает, по-моему, я не ошибаюсь, то около 9 бутылок Mountain Dew в день. То есть это прям, ну, он пьет только этот Mountain Dew, то есть только сладкую газировку, и показывают, что с зубами у этого парня, и вообще этот штат, Кентукки. Неважно, если захватите, посмотрите, какой это штат. Там рассказывается, что вообще, в принципе, в этом штате он не очень богатый, и уровень грамотности и образованности населения очень низкий. И людям вкусно сладкое употреблять, они его употребляют и страдают. И там
проблема с зубами, то есть именно стоматология там очень-очень сильно необходима, потому что у людей прям плохие зубы. Показывают парню, у которого испорчен, вот про которого я рассказала, который пьет там только газировку, у него прям все черные зубы. И прям видео ему там удаляли, заменяли зубы. Но он при всем при этом сказал, что он любит Mountain Dew, и он от него не откажется, даже несмотря на то, что ему выдрали там все зубы и поменяли на новые. И это, конечно, ужасно. И самое ужасное то, что компания там Coca-Cola либо Pepsi, которая производит все эти сладкие газированные напитки, они им невыгодно обучать людей и рассказывать людям о том, что это вредно. Да, они говорят, что употребляйте в малых количествах, но вся реклама, которая поступает из средств массовой информации, говорит о том, что вот употреби этот конкретный продукт, и все у тебя в жизни наладится. Там, купи какую-то шоколадку, выпей бутылку Кока-Колы, там, съешь Сникерс и так далее, и будет в твоей жизни счастье. Вот смотри на картинку, которая в рекламе, ты же хочешь вот этой классной жизни, все у тебя будет, только вот купи, употреби и так далее. И этот фильм, он, там нет какой-то такой прямой линии, что топим за то, чтобы отказаться от сахара, но он очень четко показывает, что если употреблять среднее австралийское либо среднее там американское количество сахара в день, то ты будешь чувствовать себя вялым. Чувак, который проводил на себе эксперимент, он, кстати, вот за эти 2 месяца он поправился на 9 килограмм. У него очень плохие стали показания печени, и ему там уже врачи говорили, что, ну, еще чуть-чуть, и у тебя сейчас начнется инсулинорезистентность, а дальше у тебя диабет 2-го уровня, поэтому, чувак, завязывай вообще с этим своим экспериментом, все понятно, но как бы не стоит рисковать. Понятно, что он сделал это в короткие сроки и прям загружал в себя все только сладости. При этом, кстати, очень интересно, он, поскольку употреблял там псевдоздоровые продукты, он потреблял по калоражу приблизительно ту же калорийность, какая у него была до того, как он начал ставить эксперимент. У него было примерно 2-300 калорий в сутки, и тут было плюс-минус точно так же. И это доказывает то, что калории, которые мы потребляем, очень важно смотреть, из чего они состоят, там, белки, жиры, углеводы. Часто люди говорят, что в этом так сложно разобраться, вообще не хочу, но я считаю, что стоит разобраться раз, понять, как это работает, и ты будешь понимать, что ты загружаешь в свой организм, это что-то полезное или вредное, как это отразится там условно на твоей коже, на твоем весе, на твоем вообще качестве жизни. Поэтому я считаю, что фильм «Сахар», я ставлю ссылку на YouTube видео с этим фильмом в описании. Я считаю, что этот фильм стоит посмотреть всем, чтобы не обязательно отказаться от сахара, но чтобы хотя бы понимать, как он влияет на жизнь, на качество жизни, на здоровье организма, на здоровье в целом, на энергию, потому что, ну, это понятно, что ты загружаешь в себя сахар или продукт его содержащий, неважно, это там лактоза, фруктоза, сахароза, какой-нибудь там кленовый сироп и так далее и тому подобное. У тебя на кратковременное время сразу энергия появляется, ты начинаешь лучше соображать, потом она падает, ты вялый, и, соответственно, продуктивность твоя спадает. Так вот, если понимать, как сахар влияет на твою работоспособность, то гораздо разумнее поддерживать уровень сахара приблизительно на одном и том же уровне, чтобы у тебя работоспособность была стабильной, чтобы она не скакала. Потому что помимо работоспособности скачет и настроение. То есть ты там загрузил в себя сладкое, ты можешь резко начать там ржать, как потерпевший, или куда-то там понестись. Потом у тебя упадок сил может скатиться до состояния плаксивости, и подобное что-то может произойти. Поэтому это важно понимать, чтобы улучшать свое качество жизни
и чтобы всегда быть в хорошем настроении и с хорошей работоспособностью. Поэтому фильм советую. Советую также разобрать свое питание на составляющие, разобраться в этом вообще моменте того, что вы едите, и как вы вообще хотите чувствовать себя и выглядеть там лет через 10, 20, 30, насколько загадываюсь. То есть вы хотите там условно стать каким-нибудь бабулей или дедулей, который будет бодро шагать, заниматься хайкингом, трекингом, кататься на горных лыжах и велосипеде, как делают многие европейские бабули и дедули, либо вы хотите сейчас загружаться сладостями и вообще нездоровой пищей и там через те же самые 10, 20, 30 лет стать бабулей и дедулей, которая еле поршнями шевелит и там, собственно, не может выйти из подъезда дальше лавочки около подъезда. Поэтому выбор за вами. Я свой выбор сделала, стараюсь уменьшить количество сахара. Надеюсь, что когда-то приду к тому, что вообще его минимизирую или постараюсь отказаться. Пока мне это сложно представить, как это будет, но я стремлюсь туда. Чего и вам желаю. Ну, а с вами была сегодня Анна Кафырина. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, свое мнение по поводу здорового образа жизни или фильма «Сахар», если вы его смотрели или собираетесь посмотреть внизу. Посмотрим, какие мнения есть, пообщаемся. Хорошего вечера, пока-пока!